Отлично. Поехали. Так, вроде скоро головоломка будет. Сдох. Да. Ну, говнюки, а. Еще один ночь. Да надоели уже. Блин. Уклоняется от моих ударов. Попасть трудно. На. Так, они все Гимли занялись. О, Гимли уже тут расправился со всеми. Молодец, Гимли. Паучник. Я вот так вот резко за это пошел сексу. Ой! Ты второй урк откуда взялся хоть? Что-то лучиков не замочила. Ай. Отлично. Нифиг бить меня. Отродье орочи. Джик. Колодец. Это неплохое место для привала. Только не подходите к колодцу. Кто знает, может, там притаились злые твари. Может, они только и ждут, кого бы сожрать. Ты для них на один зуб, Сэм. Тебя они, скорее всего, просто выплюнут. Пипин, это не слишком... Хорошая мысль. Ты глупец, Тук. В следующий раз просто прыгни туда сам. И избавь нас от лишних хлопот. Послушайте, что это за звук? Похоже на удары молота. Кто-то там внизу передает сигналы. Тогда надо идти. Мы должны покинуть это место раньше, чем сюда придут орки. Да. Вот так вот доигрался Пипин. Пойду займусь. Ай! Заняться даже не дают, а. Ты еще не сдох, а? Посмотри на него. Так, очередной мировор. Откуда только эти лучники берутся, а? Так, вот сейчас вроде загадочка должна быть. Угу. Загадочка. Выход близко. Скоро мы покинем Марийские копи. Надеюсь, ты прав. Я тоже надеюсь. Я уже порядком устал от этого места. Сюда не заглядывает солнце. А где мы сейчас находимся, господин Гэндальф? Думаю, мы в одном из верхних залов. Возможно, 20-м или 21-м.
Все они уже разграблены и потому не слишком интересуют орков. Орки предпочитают нижние уровни, несмотря на мрак и ужас, царящий там. Ужас? Что еще за ужас? Проклятие Балина. Исчадие тьмы, которые когда-то разбудили гномы, искавшие Митрил. Они были слишком жадны и копали слишком глубоко. Ну, довольно о прошлом. Сейчас важнее настоящее. Отдохнем или сразу двинемся вперед? Не думаю, чтобы у нас был выбор. Пещерные тролли! Нежирные говняки. Займитесь троллями, а я попробую найти выход отсюда. За заселье! Да, идите там, за заселье воюйте. 21-го, все-таки 21-го, да? Тут все довольно элементарно. Можно сами, кстати, вступить в схватку, помочь ему. Но это не двинет сюжет. Ну, а если мы сделаем вот так, то тролли сами по себе сдохнут от света. Вот так как-то. Ну и звуки-то. Так, а мы тем временем почти прошли, здесь я в 2 F4 нажму, пожалуй. Поехали. Нам сюда сейчас будет другой войл крутиться. Эта книга — летопись Мории времен правления Балина. Боюсь, эта летопись будет печальной. Сначала гномы быстро разбогатели, выгнав орды гоблинов. Но потом они обнаружили Митрил, сокровище Мории и ее проклятие. Дальше рассказывается о смерти Балина. О нападении орков, о том, как медленно, но верно теснили они гномов, пока не загнали в ловушку. Вот последние строки. Мы не можем выбраться отсюда. Наша смерть близка. Барабаны, барабаны глубин, они приближаются. В этом зале гномы приняли последний бой. Они проявили величайшую доблесть, пытаясь отвоевать Морию, но эта попытка обернулась величайшей глупостью. Пора идти. Все неожиданно исчезли. Тут неожиданно много ухов. Со своим мерзким звуком. Фродо! Я чувствую, враги близко. Мы должны пройти через этот зал. Остальные ждут нас на той стороне. Если исчадия зла нападут на нас, я буду сражаться до последнего. А я помогу тебе. Окей. Опять с нами Гимли, а мы вообще такие настолько маленькие, что безэффективно, и сражаться смысла такового нет. Вот эта дверь. Она ведет в нужный зал. Вот только как она открывается? Как-то она и открывается. Ну его вообще дамаг не наносит. Он даже не блокирует. Ну нафиг вас. Только лучников надо доубить. А Гимли сам разберется, кого там бить и кого не бить. Так, вот здесь надо аккуратно прыгать, и нужен сейф. Эпичный такой сейф. Ты идиот! Ты, блин. Зашибись вообще. Ё-моё, ну чё ты так пугаешь? О. Сейчас поднимемся.
кстати, как видите, ХП это увеличилось у этого Фрода. Так, ну ладно. Поедим немножко. Че, жалко что ли? Да ну. Да ладно. Серьезно. Так, сбросил я эту херню. У нас тут была очень маленькая касценка. И сейчас самое опасное. Это спуститься вот этой херни. Отлично. А теперь еще допрыгнуть обратно. Без проблем не должно быть. Отлично. Гимли все бедняга разбирается со всеми. Ой. Вот видите, лучше в драку не ввязываться, они нас бьют. Ладно, мы помогли немного Гимли. И он нас за это отблагодарил. Давай, пошел. Ой, текстурки-то какие, даже хуже, чем в Коэке-то. Так, дверка открылась. Теперь нам надо просто по-быстрому туда топать. Ничего более. Спасибо, Кэп. Так, они даже Хоббита не видят. Я настолько мал для них, что не видят. Извините. Злые мордочки. У меня нет времени для вас специально. Еще один мост. Мы должны пересечь его. Смотри, на той стороне есть рычаг, но мне до него не добраться. Попробуйте. Окей. Вот такая вот здоровенькая лесенка. Долго по ней сбираться. И чтобы перебраться на ту сторону, надо идти по этой стороне. Там чуть странный лучник. Юрк, ай. Ау! Иди, Фродо, быстрее беги! Мы же знаем чит на скорость. Да и... Совсем охренели эти лучники. Сдвинься отсюда нафиг, нечисть. Я спускаюсь, оставь меня. Удачно. F2 можно. Пока мы на лестнице, нас никто не тронет. Вот вторая проблема-то будет, когда нам надо будет добраться до рычага. Эти твари нас не пустят просто так. Хотя вот он же рядом прям. Эй, Гибли! Спаси меня! Гимли нас бросил. Где-то непонятно. Он что, сдох, что ли? Ух. Видели, как он меня ударил и промазал? Надеюсь, пройдем. Так, вот наконец-то перебрались мы. И сейчас будет эпик батл. Балрак! Проклятие Дарина! К оружию! За Гондор! Бегите! Бегите через мост! Этот враг не для вас. Я встречусь с ним один на один. Я слуга тайного пламени Анора. Тебе не пройти! Да что ты там? Ау! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Так, надо срочно молнию найти. На тебе.
ты чё так, а? Это слишком круто для меня. Да ладно. Так. Черт. Надоел ты. Сохраниться надо, тот. Черт, сраный Баурок, а. Лет сожрал. Главное, чтобы меня не попал. Много мироворов. Так надо немного выпить. Получай! Кажется, сдохнешь-то, а? Хватит рыгать на меня. Я тут сдох сейчас. Есть. Сейчас покажут ролик. Бегите, глупцы! Гэндальф! Нет! А тут и выход. Выбравшись из темных глубин моря, мы продолжили поход и вскоре достигли границ Лотлориена, прекрасного золотого леса.